сижу в засаде, наблюдаю козлика. Ветер боковой, куда он движется, непонятно. Больше вроде на месте стоит. До него поляна, ну, метров 150, наверное. Ни кустиков, ничего нету, только трава. Мне к нему не подойти, я во всем черном, открытым местом. Будем его пугать, как я это всегда делаю. У него паника в глазах. И дальше кушает, ходит. Но не бежит с вами голову. Вот так вот, ладно, поехали мы с вороном дальше. Нет, где-то ворон травку кушает. Ветер вон какой дует. Боковой, это вот козлик услышал меня. Там вот ворон меня уже ждет. Вот, кажется, я заметил того трофейного козлика, которого я снимал прошлый год и нынче весной. Перед этим я тут был, его не было. Раза четыре я тут проезжал, находил его. Он похож, но рога не такие красивые, как были в прошлом году. Попробую еще поближе подойти, или он ко мне пойдет. Только заметил, успел ворона в сторону увести.
один как-то вообще у него отросток не пойми в какую сторону смотрится. В прошлом году они были одинаковые. Заметил, меняю полянку открытую, перехожу. Чуть подшумел. Ветер практически от него. Хотя нет, правое ухо мне дует. На боковой. Ну, в общем, направление мое он сейчас будет палить. Ну, попробую, насколько еще получится подойти. Я до леса. Дальше по лесу не знаю, как получится. Вон там. Ему вообще пофигу. Все о себе на уме. Чесал. Метрах 40 прошел. Галочку мы поставили, что он сместился.